ее братва, и это обзор, это точнее уже какая там, 6-я, 7-я серия в счет, я не знаю, но это обзор на босса Утопленник. Начнем с самого босса, потому что я зашел как раз под босса, а не под начало самого. То есть не успею сейчас показать сразу базу его, но как мы убьем Утопленника, я вам покажу. Ее сейчас бьет много людей, потому что босс не самый худший, потому что это босс 50 уровня, да. Давайте мы посмотрим, сколько дадут с него награды. По-моему, дает 1 200 000, но сейчас узнаем. 300 миллионов и руна Жнец 1. Это, кстати, легендарная руна, здесь уже падают лег руны 1-2 уровня, по-моему. Дают вот такую вот награду, 300 миллионов, это очень неплохо. Ну, там вместо червя будет 250 где-то, но это тоже неплохо. На этом этапе это 2 уровня примерно. То есть босс хорош. Теперь покажу вам локацию. Алмаз блокуется вот тут наверху. И вот так это вот так забирать надо. Вот здесь такая локация. И здесь сама его арена. Сам босс легкий, дает много денег. На этом уровне он имбовый. Спасибо за просмотр. С вами был Злайфер. Переходим к следующему видео про следующего босса.